Некоторые дорожные знаки уже начали устанавливать сегодня на бульваре электроаппаратчиков. Наш корреспондент на месте узнала, как с президентского бульвара проехать на улицу Карла Маркса и обратно. Бульвар электроаппаратчиков – одна из самых проблемных улиц Чебоксар. И если днем движение здесь достаточно свободное, то с наступлением часа пик этот участок практически встает. Столичная администрация решила уменьшить транспортную нагрузку. Сейчас ведется установка знаков одностороннего движения на бульваре электроаппаратчиков и деловом проезде. Движение в этой зоне будет круговым, то есть заехать в центр со стороны президентского бульвара можно будет только по бульвару электроаппаратчиков, а выехать по деловому проезду. Как отмечают в городской администрации, эта мера временная, пока не появятся средства на расширение участка дороги. Кстати, на это потребуется как минимум 80 миллионов рублей. Насколько принятое решение эффективно и будет ли удобно автолюбителям, станет понятно уже скоро. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.